Из-за коронавируса без стоматологической помощи остались жители Абазы. Единственный в городе врач все это время находится на больничном, так как относится к категории 65+. Стоматолог в Абазе не работает уже 7 месяцев. За неотложной помощью людям приходится ездить в Абакан. В Минздраве нашли временное решение, направили в город бригаду врачей. Они ведут прием всю эту неделю. В первую очередь стоматологическая помощь оказывается маломобильным пациентам, тем, кто не может выехать в Абакан. Прием будет вестись по пятницу включительно.